Авраам Руссо – главный ловелас российской эстрады, опроверг информацию о своем банкротстве. Ранее сообщалось, что артист вынужден продать загородный дом якобы из-за финансовых трудностей. Виолетта Тельманова объяснит, что к чему. Как видите, в Казахстане Руссо по-прежнему любят и ждут. Исполнитель выступил в одном из заведений Алматы. Стоило ему только позвать гостей танцевать, как его начали зажимать поклонницы. У нас есть очень важный момент. Закрывайте глаза, пожалуйста. К слову, певец активизировался в творчестве год назад, но уже без продюсера. Так как он уже состоявшийся артист, ему не так сложно. Главное, не теряться из поля зрения. Оставайся. Будет хит, поднимись. Это нормальные абсолютно вот артисты, которые действительно исчезли полностью. Они в тени, ошиблись. Есть момент, нельзя этот момент пропускать. Хит есть или хит нет, ты должен быть. Впрочем, у него все очень продуктивно. За год выпустил несколько новых песен, записал альбом и дуэт с Согдианой. Написал книгу и прямо сейчас готовит новое видео «Мое чувство кружева». Слова композиции, между прочим, написал Михаил Гуцериев, тот самый миллиардер, который устроил шикарную свадьбу своему сыну с Джей Ло и Стингом. Ну а клип обещает быть интересным. Я увидел 20 ребят там, модели, и 20 девушек, балерина и так далее. Начал сниматься, увидел очень много интересного, то, что я раньше не практиковал, не знал. Я даже не стал дергать вот клипмейкера. Он продолжает сейчас снимать. Российские СМИ недавно сообщали, что у Авраама не лучшие времена. Артист продает двухэтажный коттедж из-за финансовых трудностей. Якобы заказников стало меньше. На содержание дома нет денег. Я продаю, покупаю. Я покупал буквально вот 8 месяцев назад дом. Значит, я хотел там жить. Через месяц поменял свое мнение. Это не те деньги, которые говорим. Человек обанкротился. Хлебом не корми. Вам, журналистам, выкинуть вот эту удочку. Благо, у нас все по чесноку. Что ж, ждем новой видеоработы. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов, Ревью.